Приветствую всех на своем канале, друзья. Не знаю, как у вас, а я вот сейчас сорвала еще, перед тем, как выбросить плети огурцов, вот столько вот набрала. Там у меня в холодильнике еще сделано немножко, так же, как я сейчас вам покажу, что я буду с ними дальше делать. Вот еще неделька-другая, и огурцов-то у нас не будет, долго они не пролежат. И придется покупать втридорога на рынке или в магазине. Поэтому хоть как-то, чтобы вот сохранить вот эти вот огурцы, я делаю вот так. Я их хорошо вымыла, высушила, и теперь я буду их вакуумировать вакуум-упаковщиком. Вот у меня пакеты такие есть. Можно и в простом пакете, но там надо будет хорошо-хорошо просто выдавить воздух, как убрать как можно больше воздуха из пакета и плотненько завязать. Ну, раз у меня подарили, если у меня вакуум-упаковщик, то я сделаю на нем. Заклеиваю край. Заклеился. Теперь отрезаю какой-то длины. Длинный огурец будем делать этот. Так, чтобы вошел он у меня. Вот так. Как-то можно и вакуум-упаковщиком обрезать, но я не освоила еще толком, скажу. Вкладываю сюда огурец. Главное, чтобы огурцы сохранились подольше, это что? Чтобы их хорошенько вымыть, не осталось никаких бактерий на них. И потом как можно больше удалить из них воздуха из пакета. Тогда они хоть сколько-то пролежат. Ну вот что, еще один, может быть, положить. Вот так, можно вообще по одному. Вот я три. Теперь что-то у меня падать стал, так я не могу прям удержать. Вот так, вот так. Вот так воздух выкачивается. Ну и хватит, думаю, вот так плотненько. Теперь заклеим. Вот так получился у меня такой пакет с огурцами. Посмотрим, сколько он пролежит. Но вымыла я его тщательно, высушила тоже. Ну, также вот таким образом я сделаю и второй пакетик. Чтобы не задерживать и не затягивать видео, я второй показывать не буду. Думаю, так все понятно. Надеюсь, поняли, что можно и в простом пакете, а также можно и в пищевой пленке вот это вот делать. Просто плотненько вот завернуть огурец. И будет не в морозилке, конечно, в холодильнике. И он пролежит у вас гораздо дольше, чем если бы он лежал просто в пакете с воздухом. Так. Вот так вот. Можно и так хранить. Тоже вот здесь воздуха никакого нет. Можно и в простом пакете. Все, на этом с вами прощаюсь, друзья. Пока-пока. Вот это второй пакет у меня такой получился.